Ребят, всем привет. Сегодня на Дону. Отводной пока. Вечер. Часа 4, наверное. Выбрался на вечернюю рыбалочку. Сейчас погоняю до темна окуней, если будут клевать. Ну, а потом попробуем половить на воблера. Может быть, что клюнет. 6 ночей выезжал. Вообще, блин, окунь вялый клюет. Была поклевка, если видели. Шесть ночей выезжал. 3 ночи вообще нельзя было ловить. Потому что мусора столько несло, что просто пипец. А 3 ночи вообще ни одной поклевки не видел. Посмотрим, что сегодня. Вот окунь. Берет, но вяло. На одной проводке уже 4 поклевки. А в сетник стоит, может поставить открытый. Ух ты. Долбанул как. Это у меня первый заброс. Сегодня у нас 17 октября. Воскресенье. Вторая половина дня. Что он тут у меня? От ларвы поставил такую приманку. Сейчас овсетничек чуть открою. Вот так. Попробуем вот здесь. Окунь здесь нормальный, мелочи очень мало, рыбаков, хоть и вечер, но много. Проводка, 2 рывка, пауза. Стандартная у меня. Любит и судак, и окунь. Сейчас главное определиться, где он. Выключился. Я вот только приехал, выплыл, ребята еще по одному поймали, и все, выключился. Вот поклевка была. Вот, вот, вот. Есть. Есть, ребят. Ну, какой-то небольшой. Не крупный окунек.
почину. Сейчас попробую поменять. Есть вот это. Что-то покрупнее. Да. Это покрупнее, ребят. Это уже хороший окунёк. Если это окунёк вообще, может и судачок быть. Даже, наверное, возьму подсачек шнур тонкий. Похож на судачка. Да. Вот, и с почином судачок. Значит, место выбрал правильно. Ну, съедобный килошник. Ставим лайкос за судачка. Приманка работает мелкая. Судак взял с легким, то я думал, окунь сначала. Тюк и все. Есть вариант, что будет и ночью брать. Попробуем. На джиг, ребята, ловили, вообще нет поклевок. Вот на отводной более-менее так что-то там поклевывает окушок. Thank you.
патроны плывут, стреляют уток. Вот была поклевка. Есть. Ну, это окунь. Такой. Нормальный должен быть. Не полкило, но. Грамм 300 должен быть. А нет. Ну какой приличный окушок. Окушков буду брать крупненьких, они. Жирные. Ну и опять без удара сильного. Приманка такая, без игры особой, пассивная. Я сразу принял решение ставить ее. Подбирается одна. Может поярче поставить. А может и нет. Этот с поклевкой взял. Ну этот, похоже, мелкий. Окунь башкой трусит, мелкий. Вообще нет, нормальный такой же. Хороший окушок. Возьмем. Пожарим. Стою на выходе из ямы. Осталось половить, если окуня, то минут 30, наверное, но от силы 40.
Ну что, ребята, вот рыбалку на отводную я завершаю. Было поймано два более-менее нормальных окуня, пару мелких, судачок на килограммчик. Ну, еще было очень много холостых поклевок, поскольку рыба вялая. На приманке реагировала очень плохо, на самые мелкие даже тюкала еле-еле. Ну, и поздно я приехал. Сейчас уже стемнело. Я начну пробовать ловить на воблера, но этого уже увидите в другом ролике. Ну а за всем пока. Всем спасибо, кто меня смотрит, оставляет комментарии, ставит лайки. Всем пока. Всем хороших рыбалок.